Ребят, всем привет! Вы на канале Копай Железо. Сегодня я в одного решил прогуляться недалеко от дачного участка и покопать. Что будет интересно, обязательно вам покажу. Нашел такую интересную хреновину. Вот так вот она выглядит. Немножко почистил. Совсем чуть-чуть. Может быть, кто-нибудь определит и скажет, от чего сия деталь. Я вот так вот, на первый взгляд, не могу сказать, что это такое и с чем его едят. С другой стороны, вот так вот, попадение лопатой. Непонятная такая деталь. Ну, что-то крупного. Ладно, будем искать монетки. Проведу немножко так вот экскурс. Значит, данные дома, я так понимаю, что располагались здесь до там 41-го года, когда немцы пошли сюда. Вот сейчас вот немножко захламлено, замусорено. Я еще пока здесь не ходил. Вот там, скорее всего, там домик. Здесь какая-то интересная такая живописное место, скорее всего, тут здесь, вернее, что-то находилось. Вот тут такая живописная полянка. Дальше там в гору идет. Ландшафт интересный. Поброжу, похожу. Вот здесь я вот эту деталюгу находил. Вот. А здесь вот рядом с дорогой это все находится. Ну, интересно, потому что прямо на этой дорожке попадаются гильзончики немецкие. А вот как это все выглядит со спутника. В данном случае выбран ресурс Google. Многие новички смотрят видео и хотят представление иметь, как это выглядит все со спутника. И я решил выложить фотографию. На этой фотографии видна проселочная дорога, по которой я как раз перемещался пешком. А в следующей серии мы будем ехать со своими друзьями уже по ней на машинах. И полянка, на которой проходит все это действие. Ой, сейчас покажу. Вот так, ямочка. Все достаточно недалеко от поверхности находится. Вот фокус. Вот так вот это все выглядит. Почва здесь замечательная. Одно удовольствие копать. Сверху смахнул чуть-чуть и все. Вот так вот пыль времен. 31-й год, 3 копейки. Но тем не менее, с почином будем ходить дальше. Может быть, имперские монеты пойдут. Вот такая вот красота. Из рубрики «Проверяйте всегда ямочки». Вторая монетка. Вот она. Красотуля. Олег щитовички не находит. Вот, я нахожу. Вот так вот. Просто обалденный сохран. Сейчас еще посмотрю. Вот, может, что еще из этой ямочки накопаю. Надо двигаться дальше. Все, господа, ухожу я с этой поляны потихонечку. Вот хотел вам показать патрон. Обычно такую хрень не показываю, но в данной ситуации вот так вот оно выглядит. Как оно там оказалось, я не понимаю. Вот. И попадание от лопаты. Ладно, двигаемся дальше. Немецкая такая штука. Конечно, на видео не передать всей красоты. Такой спокойный лес. Когда ты находишься один в лесу, тихонечко продираешься, он через 5-7 минут начинает раскрываться, пение птиц. И, в общем, все великолепно. А мне сейчас вперед, куда вот направил камеру, несколько километров. Вот, из данной фотографии видно, что я двигаюсь из пункта А на полянке, которая была вот на фотографии предыдущей. В лесу примерно
вот в той точке, где стрелка, вот, и двигаюсь к поляне Б. Такая небольшая полянка, на самом деле она на местности достаточно внушительная, вот, и позже буду двинусь к полянке, обозначенной С. И потом двинусь опять в обратном направлении в сторону проселочной дороги. Надо сказать, что зашел в лес достаточно поздно, в 16:00 примерно, и времени было мало. До полянки, на которой теоретически были дома. Ну что ж, смотрим вместе с вами, что будет дальше. Смотрите, какой чудесный грибок. Вот, красавец. Пора грибов настала. Ладно, пожалуй, я его возьму. Достаточно далеко в лесу. Тут такой перекресточек, встречаются ППШ-тики. И вот такая вот замысловатая железяка. Вот, с таким гвоздиком квадратненьким. Я его так называю. Не круглое сечение, а именно квадратное. Ну вот. К сундучку какому-нибудь можно присандалить. Берем. Идем дальше к полянке. Самое прикольное то, что это располагается недалеко от земли. Сохран, конечно, радует. Попадание лопатой, потому что все вот так вот находится. Вот, фактически вот так вот над поверхностью. Ладно, буду собирать дальше монеты. Ребятки, времени мало. Вот, пошли находочки. Коса. Коса, дорогие товарищи. Продолжим. Если видно, вот это погреб. Олежек был прав. Значит, местечко достаточно перспективное. Пока монетосов нет. Ничего не могу сказать по поводу времени, потому что поляна заросла. Вот. Погреб стандартный. Значит, после войны, как бы, это, естественно, все заросло. Никаких дорог сюда нет. Вообще никаких. Вот. И вот, вот так вот полянка выглядит. Продрался, 2 километра сюда шел. Ну, так достаточно весело. Очень много места, где здесь можно походить. Вот, одному, естественно, не осилить. Олежек приглашаю в следующий раз сходить сюда. Что и следовалось доказать, телефон разрядился у меня. И хорошо, что я прикупил на днях пауэрбанк. Вот он начинает уже заряжаться. Значит, что из себя представляет данный, прошу прощения, пауэрбанк? 70 грамм вот эта штуковина весит. Такая мышка. Я ее называю мышка. Вот. Сейчас будет, наверное, видеоролик про вот эту штуку, а потом продолжу. Вот, я купил вот такой вот пауэрбанк. Называется Power Monkey Classic. Вот так вот он выглядит. Зашел в излюбленный мной магазин и вот приобрел вот такой. Потому что он был с хорошей скидкой, именно 50%. На самом деле альтернативу не нашел именно по весу, по всему остальному. Ну, как-то так. Можно было с AliExpress, я закажу с AliExpress Powerbank, который весит 400 грамм. Вот. Такой, как у Олега, он мне порекомендовал, я обязательно куплю. Его буду использовать на какие-то там поездки дальние. Ну, вот, может быть, там чтобы подзарядить там и так далее, что-нибудь там посмотреть, даже видеокамеру там подзарядить, может быть, на телефоне что-нибудь, какой-нибудь фильм посмотреть там, скачать в палатке, когда будет скучно. Вот, а это такой походный вариант, однодневный. Вот, ну, вот так вот в руке вот он лежит, то есть
ну, совсем мелкий. Говорит, ладно, пихну это все в рюкзак и продолжу поиски. Смотрите, ребятки, какие дедыны, блин. Саперы постарались. Вот так вот. Это не отказник, а именно саперенная фигня. Почти ММГ. Прикольно. Вот этот фундамент явно старенький. Вот, потому что в одном местечке подобном я встречал вот похожий фундамент. Огромный просто. Просто нереально огромный. Вот такой топор. ЗИГ, скорее всего, или как-то так он назывался. Ставлю его здесь. Ну вот, здесь немножко так поковырялись. Ну, совсем чуть-чуть. На ветках там висят жбунь. Ну, видимо, люди залезли, новички. Чуть-чуть прямо на фундамент залезли. Там какофония такая, естественно. И вот там на сучках там повесили всякую хрень. Ну вот. Ну, а мы по кустикам сейчас пошаримся чуть-чуть. На полянке встречается много немецких патронов. Вот. Сейчас только что выкопал такую приблудащину. Ну, что-то какая-то странная ручка. Вот, может быть, от ящика. Ну, хз. Клемушечек пока не нашел. Ну, короче, вот такая фигня. С такими зацепчиками. Вот так вот. Клепанная алюмишка. Странненько. Господа, буду я закругляться. Сейчас время уже 7 вечера. 19:00. В 8 часов будет уже темно, поэтому у меня есть еще часик для того, чтобы чуть-чуть поискать и двинуться. Идти мне пару километров. Надеюсь, осилю достаточно быстро. Вот, двигаемся к машине. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте грозные лайки. Всем удачи!